Чемпионат мира по хоккею 2021 прямо сейчас проходит в Латвии, город Рига. Туда отправились многие болельщики, потому что с 1 июня разрешены именно в Латвии посещение болельщиков на стадионы, на спортивные мероприятия. Ну а барнаульцы тоже любят хоккей, у них не получилось туда поехать по разным причинам, поэтому наши жители именно здесь устроили свой мини-стадион. И каждый вечер на матче сборной России по хоккею собирается больше тысячи людей. Почему сегодня время уже за 12 часов ночи, но, посмотрите, парковка просто забита. Сегодня классика мирового хоккея — Россия-Канада. Четвертьфинал. Как бы это жестко ни звучало, кто сегодня проиграет, тот отправится домой. Ну а прямо сейчас мы с вами пойдем познакомимся с нашими болельщиками, с нашими зрителями. Узнаем, почему вместо теплого дивана и комфортного кресла они выбирают поболеть на улице, как на стадионе, но все же при комарах. И, конечно, самый главный вопрос: кто победит, Россия или Канада? Поехали! Дома скучно, дома я буду кричать один, да и время уже позднее, не позволить, как бы соседи и все такое. А тут атмосфера, тут можно кричать. Здесь друзья, близкие, с которыми мы уже не один год тут находимся, поддерживаем нашу команду. Как бы без разницы, выигрывают или проигрывают, но мы все равно за нее болеем. Это как бы уже не первый год, не одно десятилетие идет это состязание между Россией и Канадой. Но, конечно, я и все присутствующие здесь, мы все будем, конечно, за Россию. Ну и Канада — это такой же очень сильный соперник, как бы пусть победит сильнейший, я скажу так. Хорошая атмосфера, есть вот такая компания, которая болельщики. Атмосфера хорошая здесь. И, в принципе, интересно. Кто победит, Россия или Канада? Россия. Россия сегодня выиграет. Какой счет? 4-2. Атмосфера, потому что здесь такая. Эмоции, поддержка чувствуется, когда людей много. Кто сегодня победит, Россия или Канада? Ну, всегда болеем за наших, но я думаю, все-таки Россия, потому что тенденцию с лигой сравнивать, у России больше шансов. Ну, я думаю, с минимальным преимуществом где-то 4-2, 3-2, вот так. Дома неинтересно, дома 1-2, не поорешь, опять же. Как болеть молча? Кто победит, Россия или Канада? Ну, мы тут для чего собрались? Конечно, Россия. Россия! Россия! Каждую игру России транслируем обязательно здесь. То есть в вечернее время мы дополнительным звуком позвучиваем. А в ночное время, так как здесь близлежащие районы у нас есть спальные, мы, конечно же, делаем только максимально тихо, только свой звук работаем. Вот, также у нас организована внутри торгового центра фотозона, специально тематическая, сейчас, к сожалению, уже нет возможности ее увидеть. Вот, каждый матч, в принципе, у нас порядка 700 машин приезжает, то есть достаточно большое количество зрителей. Конечно же, на матчи с участием России реагируют наиболее активно. Но радость была недолгой. Спустя время сборная Канады счет сравняла, а в овертайме и вовсе забросила вторую шайбу. Как итог, сборная России по хоккею покидает чемпионат мира. Но на радость болельщикам через неделю стартует чемпионат Европы по футболу, где выступит сборная России. И тогда вновь парковка превратится в мини-стадион. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.